ты, собачки мои холёсенькие. Это у нас утро. Вот они тут валяются. Да. Ой, Бонечка-то у нас. Утро. Такая счастливая. Две маленькие куколки. Бонечка. У тебя мордочку-то не видно, а? Мама сегодня приедет. Надя. Надя приедет сегодня к Боне, да? Лежим. Балдеем. А Боня куда пошла? Тио, куда она пошла? Она что, с нами уже все? Не хочет больше с нами сидеть? Тио. Что, она типа из другой команды, что ли, теперь, да? Тио, это как так понимать Боню? Почему она с нами не хочет сидеть, а? Как ты думаешь? Посидела немножко якобы тут для приличия и ушла. В гордом одиночестве. Тио понять не может. Жамкал ей уши. Жамкал. Никакого вообще эффекта. Никакого толку. Ничего не понимает. Вот Боня какая неблагодарная, да, Тио? То ли дело, Тио какой. Хороший мальчик. А что ты дрожишь-то? У нас что, холодно здесь, что ли? На улице же тепло. Здесь тепло. Чего ты? Гладьте тебя, да? Гладьте его. Видите, как? Гладить перестаешь, так? Ты что там, совсем оборзела? Тебе гладить меня доверили, а ты прекращаешь. То. Пришла вот королева пришла. Иди вот ей уши жамкой уши. Она только за этим приходит. Вот, развалилась. Видите, гладьте. Гладьте меня, да, Боня? Чего? Ой, Боня, на тебя Тио внимания не обращает. Так ты пошла, да? Хватит уже тебе. О, развалилась. Ой, а чего Тио-то? Джентльменом перестал быть, да? Ты легла, а он и... Ой, мне до тебя не дотянуться. Я упаду с дивана. Иди, ладно. Я не могу на них... Такие смешные. Ой, погода, конечно, хорошая, но влажность у нас очень высокая, скажу вам. Ой, девочки и мальчики, не знаю, что у нас с белками происходит. Это просто жесть нереальная. Кстати, всем привет. Даже не поздоровалась, начала с собак. Утром я каждое утро лежу вот здесь, в солнечной комнате своей. Вот она, у меня Тила тут со мной сидит, да? Вот здесь я лежу. Они сейчас тут вот кувыркались, да? Так вот, я хочу вам сказать, что у нас с белками происходит, это невероятно. Я сейчас вам покажу, но это не для слабонервных. Естественно, они сейчас опять придут, они ходят здесь постоянно. И как только они придут, я вам покажу, на что у нас белки похожи. Просто страх нереальный на самом деле. Вот такая вот придет, что-нибудь откусит. А потом ты своими руками этот листик возьмешь. Я не знаю даже. Хотя у меня, знаете, что у меня какие мысли? Может быть, у нас ведь много здесь ястребов. Может, ястреб их схватил, покусал, да, они убежали. Ну, потому что это монстры какие-то ходят, честное слово. Вот придут, покажу. Эти белки точно, наверное, бешенством болеют. Ну, что вообще вся какая-то... Да вообще даже не понимаю, что вообще там у нее. Ой, как страшно, боже мой. Что у нее там сбоку-то ягода, что ли, застряла или что? Я не пойму, смотрите. Так страшно вообще. Она вообще лысая с этой стороны, смотрите. Точно такие крысы вообще. Thank you.
Вы посмотрите, паразитка, что делает. Не успела я уйти на кухню. Она сидит. Значит, там очень даже ей комфортно. Очень даже комфортно. Сидит и жует. Даже, по-моему, заметила меня, нет? Ну ладно, пусть поест. Жалко мне ее. Ну вот опять легла я. Ну вот такой у нас ужас, вы понимаете? Я даже не знаю вообще, что думать на самом деле. Вот то ли у нас одна или две такие белки, но я на самом деле ее вижу каждый день уже, и меня это беспокоит очень сильно. Вот напишите мне, вы знаете, что с белками может происходить? Или это так линька происходит? Но, скорее всего, ястреб все-таки ее потрепал. Потому что пару раз я видела ястреба с белкой в лапах. Вот. И думаю, он ее исклевал все, а потом она убежала. Ну, потому что линька так тоже не происходит, правильно? Скажите мне. Сейчас вот с вами разговариваю. Блин, а там такой хорошенький у меня кардинальчик сидит. Как они любят тут сидеть. Ой, улетел. Блин, вон. Как они любят здесь сидеть, не передать вам. Они сидят часами вот на этой кормушке, вот на этой. Очень любят. Ну все тогда, да. Спасибо вам. Это отдельный просто был у меня сюжет. Давно хотела вам показать эту белку. Это просто вообще. Надеюсь, никто не ест в это время. О, готовы? Готовы ли? Готовы. Ой, бегом, побежали. Вот уж Боня знает, что пойдем гулять. Все, бегает, крутится, вертится. Бежит вперед паровоза. Гулять. Гулять любят. Гуляем мы 2 раза в день. Надя с ними гуляет 8 раз в день. Ну, я шучу, конечно. Но я не знаю, сколько там с ними гуляет. Ну, пойдемте в другую сторону. В другую сторону, девочки, мальчики. Так, Боня, в другую сторону пойдемте. Туда, да. Идем. Сегодня я посвящаю день, как только приду, я посвящаю день своим сорнякам. Я сегодня целый день буду сорняки вытаскивать. Посмотрите, что делается. Ужас. Поэтому вот так сегодня Надя приедет за собачками. Кстати, Боня не была грустная эти дни. Она даже не она зашла один раз в эту комнату. Под кроватью сидела первый день только. А потом она абсолютно нормально сидела все время со мной. Да, Бонечка? Больше она как-то нормально так переживает. Вот. Нет у нее такой сильной грусти. Поэтому грусть мне вам не показать Бонину в этот раз. Да, Бонечка? Вот, гуляем. Погода хорошая. Я хочу вам сказать, влажность, конечно, жесть. Просто жесть. И вот если астматик, то такое ощущение, что прямо водой дышишь. Как будто рыба в воде. Я не астматик, но астматикам сейчас очень тяжело у нас, конечно. Очень тяжело. Вот там тетенька идет с 3 собачками, видите, вон. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас преувеличу, говорит. Вот там 3 собачки у нее тоже, типа таких, как у нас 2. Так вот, у нее дом как оазис. Самый настоящий оазис. Я его много раз уже показывала. Но сейчас вот подойду, покажу вам. Господи, да что ж они все нюхают. Господи, да что ж это такое-то? Ну, вон она, видите, идет. И у нее дом, вот первый сразу вот, где мой палец, вот первый сюда сразу. Я просто хочу подождать, чтобы она домой ушла. Чтобы наши собаки тут не сцепились, да? Вот она пошла домой, и я сейчас мимо ее дома пойду и покажу вам, какой оазис у нее, обалдеть. Ну вот, продвигаемся мы к этой тетечке. Здесь у нас лес такой, видите. Не ходила, как говорится, не ступала нога человека. Так, собаки у нас приглядели вот этот электрический щиток. Чего ж они тут приглядели, я не знаю. Но иногда надо, конечно, отдергивать, потому что уже, думаю, все, уже стою, уже нюхают, уже
Ну да, да, делай. А потом на наши ковры пойдешь. Сейчас вот я тебе лапы-то шлангом буду мыть. Так. И значит, что хотела сказать. Вот если Боня у нас сейчас что-то надумает сделать, будет очень хорошо. У меня, видите, пакетики здесь. У каждого свой пакетик. Какашечки мы собираем обязательно. Мне один раз дали дрозда здесь. Я рассказывала, помните? Получилось так, что я выгуливала их и смотрела в телефон. А пока в телефон смотрела, Боня сделала свое дело. Я даже не видела, что она его сделала. Я пошла. А хозяйка в это время в окно смотрела. Хозяйка именно той территории, где Боня сделала дело. Ну и хозяйка мне написала, пришла на дверь и написала гневное письмо. А теперь у нас собака, да, у нас, у дома собака, пудель. Они вообще не убирают за ней. Я вот увижу один раз, я тоже дрозда дам, потому что Питер говорит мне вчера, я, говорит, Наташа, у вас, говорит, тут траву косил, говорит, и нарвался на такой, говорит, огромную, говорит, кучу дерьма собачьего. А я, говорю, это точно сосед, потому что у нас только одна такая большая собака в округе. Вот сейчас мы за Боней тут уберем. Если кто-то не знает, как убирать какашечки, руку, значит, в мешок. И раз, какашечка твоя. И, значит, пакетик выворачиваешь. Все, какашечка внутри. Извините. Приятного аппетита. Идем дальше. Смотреть на оазис. Извините. Наш просмотр прервался не очень приятным. Но это делают все. Поэтому, ладно, ничего страшного. Это собачка. Я просто показываю. А вдруг соседи смотрят, скажут, о, теперь мы точно знаем, что она убирает какашки. Так что вот мы сейчас дошли до ее дома, до соседкиного. Видите, у нее вот даже здесь уже начинается. У нее такие всякие красивые цветочки. Сейчас покажу вам. Смотрите. У нее здесь и горшки, и всякие фигурки. Я вообще просто офигею. Ну, конечно, вам надо все тут обоссать. Естественно. Посмотрите, белка. Вон какая белка с зеленым пузом сидит. Написано, что мы очень горды, что у нас живут эти бабочки-монархи. Вон, смотрите, какой цветок красивый, тоже шикарный. У меня тоже скоро такой зацветет. Ну вот у нее, посмотрите, чего только нет. Я даже сама не знаю, чего у нее тут есть вообще. Идем дальше. У нее там еще целый остров такой оазисный. Смотрите, как у нее там красиво. Просто офигительно вообще. Я все время, каждый раз хожу мимо ее дома и просто восхищаюсь. Да, наверное, тут все восхищаются ее домом. Но вот у нее нет сорняков. Надо сорняки мне тоже повыдергивать. Она еще какое-то дерево огромное посадила, длинное. Ой, так это у нее кактус, что ли, так вырос. Я не знаю, что это такое у нее. Но у нее как-то все со вкусом. Вроде всего много. А вот это, смотрите, как типа традисканции моей, но другая. Другая. Ну-ка, Ира, посмотри, дорогая, что это за традисканция. Это не такая, как ты мне приносишь. Вон какие листья. Ой, как у нее красиво, девочки. Ну, посмотрите, это вообще просто как домик из сказки. Лети-лети лепесток через запад на восток. Так что вот. Вот идем дальше. Кстати, вот следующий дом тоже ничего. Да, этот домик тоже симпатичный. Видите, как очень темно. И вот дубы. Тоже дубы нехилые. Но вот у них растет трава, видимо. Я не знаю, но у нас мучились мы все-таки. Решили вместо травы клумбу сделать. И тоже, конечно, много. Я хочу вам сказать, была бы у нас такая трава, у нас бы забот не было. Подстриг и все. А теперь вот сорняки выдергивай постоянно. Ой, ну, хочу сказать, лысая, конечно, трава. Ну, что это за трава? Вот, пожалуйста. Такая трава и у нас росла. Но это не трава, извините. Это херня полная. Везде проплешины. И то, ну нет, у нас даже и такой не было. Вот так сбоку смотришь, так вроде и ничего. Вон пришла курица. А это, кстати, вот не линялая. Не такая, как у нас белка.
Ничего, вроде симпатичная такая. Да, красивый у нас нейборхуд, правда? Посмотрите, какая тишина и какое умиротворение здесь. Я балдею просто. Просто балдею. Пойду-ка я в другую сторону. Смотрите, как армия. Переходим на другую сторону. Только сказала, уже пошли на другую сторону. Они знают это вот выражение. В другую сторону, на другую сторону. И они быстро как... Ну да, туда вот тебе надо. Как раз там. Может, труп лежит какой, да? Посмотрим. Так что... Смотрите, какая коровушка здесь. Симпатично сидит. Тио. Я все еще в надежде смотрю на Тио. Может, он что-то сделает. Но никак. Вот я их обоих вывожу. Они вместе как-то вот у меня не получается, чтобы они по-большому сходили. Один раз один, другой раз другой. Один. Пойдемте вот здесь. Здесь. Идем. Ой. Ну, хочу вам сказать, каждый раз, когда Надя оставляет собак, у меня отбивает желание иметь собаку. Вот я вам честно скажу. Честно. Вот так. Да, Бонечка? Ты девочка хорошенькая, конечно. Хорошенькая. Но живи с Наденькой, да. Наденька тебя любит. Да. Ой, какая ты девочка-то. Ты хорошенькая. Ой, какая она умная девочка. Да, ты улыбаешься, да. Ой. Прям ты улыбаешься, это редко. У тебя все мордочка, это все время серьезно. А на самом деле она, наверное, не улыбается. Наверное, из-за влажности, что ли, ей так жарко. А может, улыбается. Не знаю, вот Надя скажет. Улыбается она, что покакала? Или жарко ей? Да? Бонечка. Боня маленькая девочка. Девочка Галюся, да. Да. Конечно. Да, тебе повезло с хозяйкой-то, чего ж там говорить. Повезло, недаром ты ее так любишь, да? Пойдем. Тоже, видите, травушка-муравушка под дубами. Посмотрите, вот. Это просто жесть какая-то. Вот, это что, трава? Вот такая была у нас. Где волосинка, где три. Поэтому от такой травы надо избавляться, конечно. Полностью все, видите, одни сорняки. Я, конечно, ленивая в том, что сорняки надо постоянно удалять. Даже не то, что ленивая, а, наверное, и некогда мне каждый раз сорняки удалять. Но вот сегодня я посвящу весь день этому. Весь день я буду удалять сорняки. Так, может, у нас надумал парень чего, нет? Или чего-то не вынюхал, не донюхал, не знаю. Давай уже, давай. Ой, вот с ним, конечно, просто дело такое, я хочу вам сказать. Боня, она как-то более конкретно гуляет. Покакала, пописала. А этому, ему надо вынюхать абсолютно все. Все, что лежит, все, что не лежит, все, что ползает и не ползает. Ему надо все это обнюхать. Причем не немножко понюхать, ему надо минуту, две все это вынюхать. И вот он будет ходить. Это... Вот, кстати, спасибо тебе, Тио. Пойду убирать какашку сейчас. Ну что, дорогие мои, вот, пожалуйста, вам два мешочка морепродуктов. Кому надо? Сегодня мы погуляли на славу, я хочу вам сказать. Потому что обычно то один, то другой. А тут оба. Молодцы. Видите, стоят, нюхают. Как два поросенка прям. Не могу. Хотя нет, наверное, сравнение неправильно. Поросят, наверное, не нюхают. Но вот они нюхают. Причем оба одно и то же причем. Что это? Так, ты пойдешь, нет? Ты пойдешь или нет? Это просто невыносимо. Невыносимо. Его надо прям вот тянуть. Пойдем, Тио, пойдем. Ой, да какой он тяжелый-то, господи. Но ведь настоящий ишак, честное слово. Ой. Вот Боня, она, видите, она очень культурно стоит, ждет. Скажет, да ну дурак в семье, что, господи. Только и остается ждать. Боня очень умная девочка. Против сказать такого не могу. Собачка хорошая, добрая, но, конечно, вот не дорос еще, видать, да, у Мишка. Ему еще всего лет 6, по-моему. Поэтому вот такой, видите, лапу поднял и думает, что бы мне опять понюхать. А смотрите, у него какая спина, как у бурундучка прям вообще. Очень симпатичная. Бонечка, да что же нам делать-то надо, а? С ним.
Хоть бы ты его научила. А то он тебе уши пожамкает, пожамкает. А толку-то никакого. Да, бурундук? Ой, надо же, такая спина интересная. Вообще красивая, кстати. Идем дальше. Ой, вот таких, как Боня, 5 штук можно заводить. Такой, как Тио, но половинку собачки только если. И еще, знаете, вот что у него? Он за тобой ходит по пятам. Вот по пятам. Ты на кухню, он на кухню. Ты села, он сел. Ты встала, он встал. Ты пошла зубы чистить, он сидит рядом. И это, конечно, уже начинает немножко, знаете, на нервы действовать. Потому что он цок-цок-цок-цок-цок-цок сзади тебя. Цок-цок-цок-цок. Сначала я не замечала. А иногда вот, когда постоянно ходит-ходит, я уже говорю, ну что ты за мной ходишь? Уже, знаете, пришла в компьютерную комнату вчера, а он сидит, и он сам себя вот это вот лижет. Так. Все, я уже говорю, ну-ка иди из моей компьютерной комнаты. Посадила, вывела его из компьютерной комнаты и закрыла дверь. Потому что, ну, я вот, видите, не собачница оказалась все-таки. Потому что у меня даже нет терпения вот к этому. Рассказываю вам, как есть. А Бонечка, она, конечно, святая. Святая женщина. Посмотрите, сколько у меня всяких. Сегодня мне на обод убирать столько, что мама не горюй. Все, пойдемте домой. Стойте. Стойте, ждите. Добро ваше надо выкинуть. Вот смотрите, я не боясь их могу оставить вот так. Они даже не двинутся с места. Сейчас мы с вами вот это вот уберем. Я сейчас вам покажу этот эксперимент. Это просто, вот это вот, конечно, воспитанные собаки называются, да? Они никогда, никогда, никуда не убегут. Сейчас я вот это выкину. Эти два мешочка. Идем. Смотрите. Они вот как в коп, как два ослика стоят. И это очень хорошо. Эти собаки никогда не убегут никуда. Никогда. Надя даже не переживает за это. Смотрите. Вот они будут стоять и ждать, они знают, что нельзя уходить. Да, Бонечка, ты такая умница. И Тио умница. Чего я про тебя наговорила всего, да? Скажи, ты что, тетка про меня наговорила? Охерела совсем уже. Скажи, лучше меня и не бывает. Ой, хорошая. Бонечка так улыбается сегодня красиво. Бонечка, ты улыбаешься сегодня, да? Ой, да ты моя куколка. Так я ее люблю. Да обоих люблю, конечно. Просто на Тио иногда я злюсь. Хотя он добрая собачка, конечно. Но иногда можно носик кожаный пожурить. Пойдемте лапы мыть. Ну, вот пришли, видите, сразу пить. Водичку им меняю каждый день, чтобы у них была фильтрованная свежая водичка. Тио уже с вкусняшкой убежал. А Боня сначала попить. У нее вкусняшка уже там, она туда ее отнесла. Но начала сначала пить. Ну чего ты не ешь? Ой, переживай за вас. Почему не какаешь? Почему не ешь? Почему ты не пьешь? Почему ты не спишь? Почему ты грустишь? Ё-па-па. Ну что, бояре приехали? Да. Из Майами. Что это? Это что же такое? Хлебушек какой-то, да? Или что? Это тебе надо. Что это? Ой, как красиво. Деньги закапала. Ой, спасибо. Вильям, you cannot talk, yeah? That's okay. После зубного у нас Вильям. Так. Сюда пока поставлю, потом куда-то поставлю его еще. Пойдемте вместе, они, наверное, уже знают. Ну, пойдем в передние двери, пойдем. Let's go, they probably know that you're here already. Ну-ка, мама, в этот раз я не встречаю их изнутри, потому что я сегодня сорняки удаляю. Ну-ка, покажи, где они. Ой, а Боня-то где? I can try if you let me. With our lives I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you've been here before. You closed the door.
А где же Бонечка-то? Ой, все, мне внимания уже нету больше. Ну вот, мама пришла. Всех надо обнять. Всех. Так, да. Ой, какая радость-то. Бонечка-то, как хорошо-то. О, Винюша у меня встал. Ой, да. Да. Пляски, собачьи пляски. Все, мама, собирай все. О. Мне какая-то посылочка пришла. Смотри, Алена, мне какой букет принесла вчера. А, вообще. Да, все настоящее. Очень красивый, да. Ну чего? Что ты мне хочешь сказать, что тебя забирает? Тогда да, я знаю. Ой, это посылка, по-моему, от Оксаны ко мне пришла. Ну-ка. Не знаю откуда. I don't know. Может, от кого, не знаю. Ну ладно, посмотрим. Ну что, забирают тебя, да? Чего, забирают? Ты не знаешь, на кого и прыгнуть уже. Ну, как же поздравляю, видишь? У него спина, как у бурундучка. Надо же, какая полоса у него интересная. Ну, у нее не так видно, а у него-то вообще прям как будто вот... Она ничего не... Подавилась сразу? Матушка, да. Все, мать, забирай, скажи. Ну чего? Все? Наверное, твой Тио опять уходить не захочет. Матрасы проданы. У нас гараж сейл был. We did garage sale, so we sold everything. Уильям смеется. Не может говорить, у нас зубного. Так, сейчас. Все, забери. Ой, все, на ручки. Ну ладно. Так, Тиочка, куда тебя повезли? Бедненький, тебя сейчас повезут, да. А он сейчас на меня прям чуть ли не на ручки. Возьми меня, не хочу тебя в машину. Надя пошла за матрасом. Не пойду в свою спальню, там у меня бардак. Ну, кровать не заправлена, да. Это еще чисто. Твои яйца собирают, пожитки ты. Тио, тебя куда забирают? Тио! Идет с ними, а Тио фиг пойдет. Хоть я на него и жаловалась, но он хочет оставаться с нами. Тио раз такой смотрит. Куда? Боня домой. Боня с удовольствием. Так, Тио. Смотри-ка, и Тио пошел. Ну-ка. Сейчас. Ну, у Тио, конечно, у него, видите, такая реакция именно на машины. Побаивается он немножко машины. Ой, я, посмотрите-ка, у меня ни одного сорнячка сегодня нет. Да, давай, милый мой, удобряй. Ага, удобряй. Ой, в машину тебя повезли. Вон собака, которая срет у нас на траве. Посмотри, сколько я сорняков, у меня была пустая. Да, я вижу. Господи, как ты в такой пекло работаешь? Нормально. Зато у меня, смотрите, какая чистота. Посмотрите. Вообще. Винсент все подстриг. Я везде все. Ну, давайте, ребята, все. Спасибо за подарок. Ты за рулем, что ли? Ну, да. После заморозки. Ну, да. Давайте. Сейчас я буду доделывать. Don't cry. They're gonna bring dog again. Так. Соседка вон идет с собачкой тоже. Окей. Поехали. Давайте, счастливо. Смотрите, что делаю я. Мне Ира же две коробки вот этих традисканций привезла, я вам показывала, да? Убрала все вообще эти, как их, сорняки. И сажаю вот традисканции вот такими вот кучками. Сюда, здесь уже выросла. Вот туда кучку посадила. Здесь кучка. Они у меня потом так вот. Вот так вот я сегодня. Пекло очень жарко, да. Сегодня очень жарко, но я выделила сегодня день. И я решила сделать по максимуму.
Поэтому вот я вот этим всем занимаюсь сейчас. И здесь у меня, ой, я еле говорю, надо сходить попить воды, что ли, я не знаю. Смотрите, здесь тоже традисканцию посадила везде. Здесь у меня уже была, вот здесь посадила, здесь, чтобы у меня вот традисканция была везде. Я очень люблю традисканции. Вот эти вот отрезала цветочки, потому что все завяли. Но вообще везде удаляла, везде все удаляла, все сорняки. Ой, устала, конечно, но где-то еще остались сорняки. А здесь-то еще даже не трогала, еще здесь и конь не валял. Ой, извините, наверное, вам скучно на это все смотреть, но... Фалькониха, канал, Фалькониха жизнь, ее жизнь. Поэтому все, что в моей жизни, происходит на канале. Весело ли, грустно ли, скучно ли, как угодно. Но вот так. Видите, вот эти вот листья тоже надо все срывать. Все, он сосед поехал. Ой, смотрите, видите, тут трава по пояс тоже растет. Я хочу вам сказать, девочки, дом это красиво, когда придешь, погостишь и уйдешь. А вообще, на самом деле, красиво-то красиво, но тяжело. Потому что, чтобы все выглядело красиво, нужно очень много сил и времени. Вот, поэтому так и делаем. Говорит, у меня волосы смешно выглядят. Так, Ира, ну ты можешь вставать рядом со мной и говорить. Ирочка ко мне пришла. Мы себя показывать обе не хотим, потому что обе домашние. Мне пришла коробочка на день рождения от Оли из Нью-Йорка. Ой, вы посмотрите, какая красота. You need to open, very, very... Оленька, спасибо большое, так приятно. Наташа говорит, это ли это от тебя? Он говорит, нет. Наверное, это от соседа. От мой френда говорит. Винсент думал, что это от соседа рядом, а оказывается, нет. Спасибо. Ой, а пахнут-то как? Ну, с Польши, понял? А, это розы, которые стоят очень-очень долго. Эти розы стоят год или два. Вот с той стороны. Да. Это как у Алены в этом. Мы потрогай. Они из живых роз делали, но, но они сухие. Как примялись чуть-чуть, да. Стимулированные. Ой, как красиво. Будет теперь тут долго-долго стоять у меня. Алло. Оленька, спасибо, дорогая, спасибо. Ой, как приятно.